Приветствую вас на канале компании VR Beyond. Мы находимся в игре Dance Central. В этой игре мы буквально попадаем в виртуальный клуб. Итак, есть несколько моментов. Конечно же, вы можете быть любого роста. Это очень классно. Мы зажимаем на правом контроллере джойстик, и наши ноги становятся не косыми. Допустим, вот так вот. Если мы такого роста, зажимаем. Если высокого, зажимаем, и наши ноги прямые. Как вы уже поняли, в этой игре нам придется отплясывать. Самый главный момент, что когда мы попадем уже в игру, перед нами будет NPC, который будет показывать нам танец под музыку, и нам нужно повторять именно за ним. Все это происходит зеркально, то есть если он поднял правую руку, то мы поднимаем левую. Сейчас маленечко будет понятно. У нас, конечно же, как в современном мире, сотовый вот такой вот, большой, огромный. В нем есть несколько приложений. Мы можем выбрать фитнес. Здесь просто какие-то надписи. Можем пойти в настройки. Можно пройти тренировку. Брать английский язык на испанский. Русский вы там не найдете. Покопаться в аудио настройках. Прибавить, либо убавить звук и громкость. Дальше у нас телефонные туда-сюда, клап, ап. Здесь мы можем включить, чтобы с нами были все игроки, либо не все игроки. Итак, для того, чтобы начать игру, а не стоять нам в такой большой очереди, нажимаем Dance. Здесь есть несколько песен, и справа показаны звездочки, на которые нам нужно танцевать. Выбираем любую песню, соглашаемся, и вот мы попадаем. Вот та самая NPC, которая будет показывать нам движение танцев, и мы должны за ней повторять. Телефончик тоже выбросить, у нас их много. Самый главный важный момент, что если она сжимает флаг, то мы также сжимаем его, нажав все практически кнопки на контроллере. Таким образом. То есть, допустим, X, урок и боковую кнопку на контроллере. Я надеюсь, для вас эта игра будет очень увлекательной. Не забывайте обращаться к нам в компанию VR Beyond для того, чтобы заказывать шлем виртуальной реальности себе домой. Я надеюсь, это видео было для вас полезным. Хороших вам танцев. До встречи.